Дорогі друзі, ми продовжуємо. І дійсно для Миколаївської області є ще одна проблема, про яку ми маємо поговорити в прямому ефірі. Це кількість ДТП все ж таки зросла. І з цього приводу до нас завітав гість. Я хочу його представити. До нас завітав Руслан Мерзлих, старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної діяльності головного управління національної поліції у Миколаївській області. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали до нашої студії. Доброе утро. Доброе утро. Уважаемые зрители. Хотелось бы все-таки с первых уст узнать о состоянии того, что возросло количество ДТП в Николаевской области. Скажем так, небольшую статистику от вас. Да, действительно, у нас в этом году, по сравнению с прошлым годом, очень сильно увеличился уровень аварийности. Так, если взять эту статистику, у нас с начала года... По сравнению с начала этого года у нас действительно увеличился очень сильно увеличился дорожно-транспортное происшествие. У нас на территории Николаевской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибло, а 48 человек получили травмы различной степени. Так же самое и увеличилось количество ДТП, которое произошло на территории самого города Николаева. Uh-huh. Так, в областном центре у нас произошло 36 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 38 получили различные степени телесных повреждений. То есть львиная доля, скажем так, попадает все-таки на Николаев, на областной центр, по сути? Здесь нельзя конкретно выделить, где больше, либо где меньше, оно везде. По всей Николаевской области очень сильно возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Угу. А такая ситуация и в других областных центрах, или в других областях, или вот только Николаев лидирует? Мы отслеживаем информацию только лишь по Николаевской области. Угу. На данный момент я могу дать ответ только лишь по Николаевской области. Все-таки причины тогда, да, хотелось бы узнать? Причины. Действительно, очень большое количество происшествий, много пострадавших, есть даже погибшие. Кто виноват, в чем вообще вина и причина? Ну, в первую очередь, любое дорожно-транспортное происшествие происходит из-за того, что водители не соблюдают элементарных правил дорожного движения. Каждый человек думает, что и относится к правилам дорожного движения, что это произойдет не со мной. И если даже я попробую проехать на запрещенного светофора, я успею этот маневр сделать, но очень часто люди ошибаются в своем видение этого вопроса, умышленно нарушает правила дорожного движения, в результате чего происходит ДТП. Так, к примеру, у нас из-за того, что люди превышают безопасную скорость, у нас произошло 15 ДТП, в результате которых 3 человека погибло и 19 человек получили телесные повреждения. Очень часто люди позволяют себе выезжать на полосу встречного движения, при этом у нас произошло 4 дорожно-транспортных происшествия и 12 человек в результате этих дорожно-транспортных происшествий пострадало. А люди это делают осознанно, сознательно или находясь под действием чего-то? Мое мнение, что нарушить правила дорожного движения можно только лишь осознанно. Потому что человек, когда он это делает, он понимает, что он делает. Тем более перед тем, как человек сядет за руль, и перед тем, как он станет водителем, он проходит определенные курсы. Он получает водительское удостоверение и перед этим его учат этим правилам дорожного движения. И поэтому человек, мое мнение, неумышленно нарушить правила дорожного движения не может. Может быть, и есть какие-то ситуации, но их очень-очень мало. Тем более, очень сильно, даже возмущает тот факт, что люди позволяют себе садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Угу. Так, при этом у нас на данный момент произошло 2 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвого водителя, в результате которых 6 человек получили телесные повреждения разной степени. Поэтому однозначно могу сказать, что любое нарушение правил дорожного движения, оно может повлечь за собой тяжелые последствия. А вот сейчас такие погодные условия нестабильные. То у нас заметает, то у нас дождь, то у нас туман. Это тоже влияет на дорожно-транспортное происшествие? Нет, данный факт, очень маленький процент влияния на совершение дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что когда у нас тяжелые погодные условия, водители становятся в 2, в 3, а то и в 5 раз более внимательны и аккуратнее. То есть такая проблема у нас возникает, наоборот, тогда, когда у нас хорошая проезжаемость проезжей части. Да. Можно сказать парадокс, потому что когда дороги у нас скользкие, люди очень-очень медленно и аккуратно едут. Если бы они бы так бы ездили и при хороших дорогах, и если бы они бы соблюдали правила дорожного движения буквально, то у нас
и этих дорожно-транспортных происшествий бы не было. Большая проблема действительно для Николаева это все-таки и водители маршруток, потому что очень часто они в спешке забрать своего там пассажира начинают тоже нарушать дорожно-транспортные правила. А за этот год сколько случаев или не было еще случаев, когда в аварию попадали маршрутки? Значит, данный вид дорожно-транспортного происшествия, он существует. То есть, действительно, у нас происходит дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных транспортных средств, как по их вине, так и с их участием. Да, у нас в этом году были уже дорожно-транспортные происшествия, в результате которых есть у нас люди, которые пострадали в результате данных дорожно-транспортных происшествий. Проблема действительно в городе с нарушением правил дорожного движения водителя маршруток существует. Почему? Потому что этих маршруток очень, ну, большое количество этих транспортных средств. Особенно на Советской, они как пчелы на мед, не могут найти свое место там. Да, действительно, ну, сейчас на данный момент сотрудниками полиции принимаются меры для того, чтобы унеможливити порушення правил дорожнього движения водителя маршрутно-транспортного средства. То есть проводятся встречи с директорами, проводятся беседы с водителями перед тем, как они выезжают на линию, дабы они не нарушали правила дорожного движения. Но суть человека такая, что некоторые люди слушаются, некоторые люди это берут во внимание, а некоторые люди просто-напросто в одно ухо влетает, у них другое вылетает, их основная цель – успеть быстрее приехать, по максимальное количество людей посадить в свое транспортное средство, дабы заработать максимальное количество средств. А какие еще вот проводятся, скажем так, работы, потому чтобы уменьшить количество ДТП на дорогах Николаевщины? Значит, на данный момент сотрудники полиции, как в городе Николаеве, так и в областном центре, каждый день несут службу по безопасности дорожного движения, обращают внимание на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, обращают внимание на проведение профилактической работы. То есть в городе Николаеве, соответственно, вы все видите, у нас работает патрульная полиция в достаточном количестве, которые своим присутствием, в первую очередь, только своим присутствием, они уже влияют. Это на... хочется подтвердить, потому что каждое утро, когда едешь в маршрутках, ты замечаешь, что водитель маршрутки, замечая патрульных, приостанавливается, едет спокойно, и ты себя чувствуешь уже спокойно, потому что понимаешь, что ты едешь под присмотром. У нас сущность людей такая, что пока есть за это ответственность, он это не будет делать. Как только он понимает, что он останется безнаказанный, то он и соответственно может нарушить правила дорожного движения. Поэтому вы правильно говорите, что когда водитель видит, что едет патрульный автомобиль, то он соответственно начинает очень аккуратно, очень правильно управлять своим автомобилем. А вот по поводу наказания, наказаны были те, кто виновен в авариях? Значит, по тем ДТП, которые, в результате которых пострадали люди, либо погибли, однозначно возбуждается уголовное дело. Это дело ведет следствие, и следователь уже принимает решение и направляет материалы в суд, и уже вину устанавливает, соответственно, суд, и вид наказания уже опять же определяет суд. Однозначно, конечно, за те ДТП, в которых пострадали люди, материалы рассматриваются и виновных привлекают к ответственности, как, вернее, к уголовной ответственности. Есть даже такие факты, когда, ну, основные факты, это тогда, когда человек погиб, то такие водители, которые, по чьих вине это произошло ДТП, они оказываются в местах не столь отдаленных. А компенсация, как бы тоже, да, как бы возмещение там физических каких-то ущербов тоже реально. Да, однозначно. То есть, если, например, брать это пассажиров, которые пострадали в результате ДТП, когда ехали они в автобусе, то да, предусмотрена компенсация за нанесение телесного ущерба, телесного повреждения в совершении дорожно-транспортного происшествия. А вот есть люди, которые находятся в маршрутке, и произошло столкновение, как эти люди могут получить какую-то компенсацию, если они получили какие-то повреждения? Ну, значит, это все происходит судебным путем. Человека признается потерпевшим, пострадавшим, и в процессе проведения расследования уголовного дела уже определяется
и уже человек уже понимает, ему объясняют, как это, что, правильно поступить, потому что это все происходит, опять же, на законных основаниях, просто так, я хочу, такого нет, то есть это все должно быть доведено, доказано. Но право на компенсацию у человека есть, если он получил повреждение. Да, у человека есть право на компенсацию, почему? Потому что каждый человек, который едет в маршрутке, он является автоматически уже застрахованным, то есть в стоимость проезда входит уже его страховка. Понятно, то есть, дорогие телезрители, если вдруг, не дай бог, конечно, попали, то самое главное, не бежите на другую маршрутку, потому что иногда в шоковом состоянии можно пробежать еще очень далеко. Самое главное, оставайтесь на месте. Еще такой момент, как бы по сравнению, вы говорили, с предыдущим годом, за этот период, как бы возросло количество ДТП. Какие вот сейчас проработав уже в этом направлении, чтобы снизить количество? Видна работа уже меньше или как? Или все-таки держится это количество ДТП? Значит, на данный момент есть тенденция к уменьшению количества транспортных происшествий в связи с тем, что на данный момент максимальное количество людей, которые отвечают за безопасность дорожного движения, осуществляют на данный момент свои функции. То есть, можно так сказать, чем больше будет людей, которые в чьи функции входит надзор за дорожным движением, тем будет спокойнее у нас на проезжей части. Ну что ж, да, спасибо большое вам за то, что заботитесь о том, чтобы спокойно можно было передвигаться по улице. Мы надеемся, что наши телезрители действительно услышали и прислушаются к вашим советам, что действительно мы не будем смотреть на то, чтобы нас не наказали, а действительно думали о своих жизнях, о том, что жизнь у нас одна, и мы ответственны, особенно водители, ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и тех, кто находится вне машины. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня в нашу студию, ну и, конечно же, проинформировали по состоянию на Николаевщине.